Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот книгу детскую. Развивает моторику малыша. Она упакована у нас в такой целлофановый пакет. Купила я ее в Альберсе. И, к сожалению, там практически нету фотографий. Мы не знаем даже, что там внутри. Вот, если, допустим, можно купить, то есть заказать, посмотреть там сначала, а потом подумать, я беру или не беру, то тут никак не посмотришь, она в пакете и очень хорошо упакована. То есть, по сути, покупаешь кота в мешке. Для этого это сделан этот обзор. Вот, ну, здесь написано, что с наклейками, 32 крупные наклейки. Вот, давайте посмотрим, что же у нас там внутри такое. Так, вот такая вот книжка, она глянцевая, красивая. Здесь нам сразу предлагает, развиваем логику, фантазию. Кстати, на вот фантазию, мне кажется, интересно. И мышление. Мышление, кстати, книжка, вот она у меня уже есть. На нее будет следующий обзор, выйдет после этого. Так, давайте посмотрим поближе. Плохо фокусирует. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Да, ну, да, вот. Так, сами книжки и авторы. Так, вот они. Что ж такое? Вот они, авторы. Срок годности неограниченный. Хорошо, 0+, кстати. И давайте же ее посмотрим, что же у нас там внутри. Так, тут даже написано, эта книга принадлежит маленькой птичке, такие красивенькие все. Тут как интересно, что-то написано. Лабиринты. Ага, верблюдики, у них мордашки такие прикольные. Цифры. Вот как раз мы сейчас с сыном изучаем уже цифры, он уже умеет считать, но не знает, какая идет за какой визуально. То есть так он умеет считать, а вот визуально нет. А, да, уже наклейки. А я думаю, в чем же смысл-то? А, и наклейки тут надо наклеить. Вот, видимо, цифры эти. Вот, да, цифры доклеить, понятно. А, ну вот, есть место, да, для наклеек. Ну, наклейки такие, да, довольно крупненькие. То есть, ну, половинка моего пальчика, наверное. Бананы. Бегемотик. Ой, какой тут бегемотик такой классный. Хорошо бы, конечно, если бы это было с возможностью отклеить и переклеить снова. Такие, кстати, книжки очень классные. То, что там, когда ребенку надоест эта книжка, вы можете эту наклейку, допустим, забрать себе и куда-то наклеить. Потому что вот этот бегемотик, блин, он классный. Реально классный. Так, здесь что? Здесь вот тоже. Ну, не везде, кстати, есть место. И где-то, наверное... А хотя нет, тут есть место для радуги. А, ну, тут хоть подписано. А то так и сама сидишь, и потом думаешь вместе с ребенком, а что куда клеить? А здесь вот нету места. А, ну, тут бананы просто вот, наверное, расклеиваешь. И все. А, паутинки.
О, тут классно прям смотрится. Деревья такие классные. А стрелочки какие-то. Ну, конечно, все тут надо читать. Это деревья, кстати. Каштан, дуб, ель. Кстати, мы с вами от деревьев рисовали листья. Но это, наверное, в конце ролика, в конечной заставке я оставлю ссылочки, как мы с вами рисовали. Вот каштановый лист как раз был у нас очень-очень красивый получился. Такой. Его проще всего, конечно, было рисовать. И место для заметок. Вот такая вот с вами у нас была книжечка. Украина, кстати. Хотя на русском вроде было написано. Ну да, на русском. Даже Харьков, надо же. С этой стороны очень красивые. Я надеюсь, что вам понравился такой обзор. И надеюсь, что был для вас полезным он. Вы посмотрели, подумали, а стоит брать моему малышу такую или нет. Или я лучше переплачу, куплю получше, или найду дешевле, лучше, там вот что-то такое. Я надеюсь, у вас вопросы какие-нибудь, вернее, думали вы о чем-то таком подобном. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики наши влоги, как мы живем, путешествуем, как мы занимаемся с ребенком. Даже, может быть, будет влог, как мы будем по этой книжке заниматься с ребенком. Я думаю, она ему очень понравится. Он у меня заниматься очень любит. Вот также смотрите обзоры на продукты. Там очень-очень много продукты из Фикспрайса, из магазинов Победа, Светофор, из обычных магазинов. Также обзор на технику, там всякие видеокамеры и все-все-все такое. Вот очень-очень интересное. Вот. И живопись у нас есть еще плейлист. И там очень-очень много плейлистов. Обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет интересно. Еще, кстати, кулинария там тоже есть. И мы там хлебушек готовили. Я думаю, вам понадобится это. Вот. И, в принципе, все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. С вами был канал Art Money. И всем пока-пока.